Покажу, как я готовлю суши-торт. Возьми рис, сыр, огурцы, форель, икру, нори, авокадо, васаби, сахар, кунжут и уксус. Рис помой, залей водой и ставь варить под крышку. В уксус засыпь сахар, соль и перемешай. В сыр добавь васаби и мелко нарежь лишние нори. Затем авокадо режь мелкими-мелкими кубиками. Также точно огурец и рыбу. Когда рис сварится, залей его уксусом и перемешай. В форму с пленкой выкладывай рыбу и разровняй, потом рис и сверху нори. Следующий слой сыр и снова лист водорослей. Далее авокадо и огурец, потом нори. Завершающий слой риса выровняй и снова водоросли. Переверни конструкцию, выкладывай икру и посыпь кунжутом.